Здравствуйте, подписчики. Привет всем, кто смотрит данное видео. Сразу скажу, у меня уже зашкалило 1000 видео на моем канале на разные темы. Так что подписывайтесь и просматривайте. Ну, сегодня поговорим о дымаре, о розжиге дымаря. Кто чем разжигает? Вот у меня внутри обычное топливо для дымаря. Если хотите увидеть, как его заготавливать, переходите по ссылке вот здесь. Ну, я бумагой не пользуюсь. Я беру вот такую вот от яиц упаковку. Смотрите, кладу на маленькие кусочки и трамбую. Поджигаем. Вот оно уже загорелось. Упаковка от яиц горит хорошо. Сейчас еще пару штучек. Вот что получилось, уже дымит. И начинаем просто раздувать 20-30 очков дыма, и уже дымарь готовый. Так вот, никаких проблем. Раньше пользовался там газетами, раздувал, а теперь моментом разжигается. Можно даже пользоваться самой картонкой вот этой вот, без топлива для дымаря. Все-таки с топливом лучше. Все, идем работать. Вот мои ульи. Будем сейчас все закармливать. Просмотрим, ревизию маленькую сделаем. И будем кормить на зиму уже. Так как уже 25 августа. Надо покормить до 10. Вообще, как закормка делается, опять же, вот здесь ссылка в уголке. Переходите по ссылке и будете видеть. Все, всем спасибо за просмотр. Комментируйте, кому понравилось, подписывайтесь на канал. И ожидайте новых видео. До новых встреч.